Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, верховного жевжика планеты Земля. А значит, вы на канале Лёша Играет и тоже, возможно, являетесь жевжиком, кто вас знает. А смотрите вы продолжение партии Загорга, сетевая битва на 10 человек на карте Континенты. А вообще подробности в первой серии. Ссылка на весь плейлист в комментарии, прикрепленном и в описании к этому видео. Переходите туда, смотрите с самого начала. Спонсоры канала, кстати, в этом плейлисте все серии видят сразу. Большое спасибо им за поддержку. А вам всем приятного продолжения просмотра. Блин, давайте я тут буду покупать. Ладно, видимо, я себя переоценил. Строителей. Нет, ты ж меня вынесешь, подожди. И... А караван купим в Эритрии. А, подожди, он не проведет дороги. А, хотя я могу ж не в Спарту отправлять. Да, в Эритрии тогда купим. Ну, я уже внутри Китая. Китай. Чё Китай? Предложение. Зачем я военку строил? То придется в Эфиопа ехать теперь, да? Не, я по тебя патиолу отжал. Или давай повоюем. Ладно, давайте торговца пока построим. Не понимаю, надо где-то районы ставить, но не понимаю где. Да он пусть Эфиоп тоже в меня въезжает. Ну, то есть, я понимаю, что у меня расстояние, я имею в виду, не понимаю. Вот мне главное правительственную площадь в Аргасе или в Кносе делать? Вот это важный вопрос. Это у них какой-то недружный континент вообще. Да. Ну, у нас как бы тоже вон шумер на американца пошел. Я ничего плохого не знаю. Кстати, а у нас вот здесь кампус-то ставится, между прочим. На плюс 2, но хотя бы. Главное, чтобы этот лагерь в город не превратился. О, бесплатного торговца, зашибись. Плюс 1 международных в этот город, плюс 2 обоим городам. Надо уже куда-то, кстати, отправить. Люпину тут хорошо, а там латник рядом. Или пока внутренние пускать. Давайте, наверное, пока внутренние. Предлагаю все же зарыть топор войны. Блин, зачем я все города строю военную? Говорю, скооперируйтесь с Эфиопом, въезжайте в меня вдвоем. Рейну в Эритрию, чтобы клетки быстрее присоединялись. Приложение все еще сильно. Так, я гильдии открыл, да? Так, три хода до роста, даже два хода, отлично. Я заложил 4 военника. Народ, у меня хода 3 эти союзы. Вы чё там как? Кто хочет со мной посоюзиться? Давай с тобой религиозный союз, чтобы ты не переживал. Зачем мне вообще с тобой союз? Религиозный, чтобы я не влиял. Ой, так религиозный, блин, религиозный не мешает прийти апостолами и обратить. Я не понимаю, при чем тут влияние вообще? Не, это не... Ну влиять-то она при этом не будет, это будет... Так твоя религия не влияет никак. Не, если я ее начну распространять, то она начнет влиять, я про это. То есть мне будет, типа, сложнее это сделать, я про это. Ну, короче, нет, ладно. Спасибо за предложение, но нет. У меня вопрос к Вьетнаму и Вашингтону, и США военно. По поводу союзов.
сильно учится. А со мной нет смысла, наверное, союзы заключать. Тебя выносят, ты считаешь? Я думаю, да, я не вывезу. У меня изначально плохое место. Я в тисках, у меня нема куда развиваться. Ну, давай, давай я заключу с тобой военный и объявлю ему войну. Хочешь? Ну, можно так хотя бы. Да вы прикалываетесь. Блин, все камни вырубил для этого чуда. Вот же ж. Не знаю, давайте колосс тогда. Блин, колосс хреново. Ну, Мачу Пикчу. Ну, блин, у меня гор мало. Ну, хотя, в принципе... Да не, нафига мне вот Мачу Пикчу? У меня две горы. И вот эта гора. Ну, хотя рядом с ней можно будет какие-то... Блин, что тут еще есть? Килвакисивани. Килвакисивани. Может, Килвакисивани тогда? Давайте Килвакисивани тогда в Афинах. У себя непроходимой стеной. Так, подожди, так из Кноса уже ж бегал, да? Пойти из Аргоса. Так, и мне надо деньги копить на ап каравеллы. Вообще-то. Здесь Мачу Пикчу 6 ходов. Может, здесь пока Мачу Пикчу? Блин, ну жалко, столько камня вырубил на Геликарнас, и кто-то его построил. Это жалко реально. Этот, Вьетнам, не хочешь военный союз? Давай. Блин, ребята на том конте, там еще чудеса какие-то. Блин, как бы мне тут Килвакисивани ускорить. Ну, тут надо просто аквакультуру везде ставить. С другой стороны, денег нет на выкуп клеток. А, отец, союз хочет? Кто говорит? Говорит Шумер. Да, конечно. Я к тебе уже пускаю. Экономически хочешь? Да какой скажешь. Мне, в принципе... Экономически, да, супер давай. Будет. Да, давай экономически. Что-то у меня Каринф больше всего еды дает. Так, а вот здесь, кстати, реально можно ферму поставить. Вряд ли у меня тут будет какой-то район, а на заповедники это не влияет. Так, сначала тропический лес уберем. Потом обработаем... Так, и гавань, наверное, сюда. Я тебе кинул, Шумер. Извините, а ты когда в связи выходишь? Вижу. А они где? Они в дереве социальных институтов. Ну, нет, не долго. Вот после гильдии сразу. Да, Мер, да. Ты принимаешь? Принял. Этот, Вьетнам, я тебе еще кину союз. Так, ну что, города у меня Спарта 10. Ну, смотрим у соседей. Ну, есть Вашингтон, например, 10. Ну, я тебе еще один кину. В принципе, ну по очкам я отстаю только от канадца, но у канадца просто дохрена городов.
просто до хрена. И он поставит свои эти священки, у него будет куча производства на самом деле. Да вы прикалываетесь. Да что за хрень? Почему все строят именно те чудеса, которые я строю? Бля. Он еще... Слушай, а нахрена ты в конце хода закончил чудо? Я, ну, мне очень много чем ходить, я в конце хода просто вырубил... Я даже не успел, блин, выбрать ни хрена. Извини. И куда вот у меня производство? Не, вроде сохранилось. Я думаю, что оно сохранилось. Вроде сохранилось. Хей, Китай, у тебя красивые стены. Блин. Чисто в спину. Ну что, ставить сюда... Ну, у меня больше нечего тут строить. Ну, фаровский маяк хреновый. Придется только этот... Минус аквакультура, минус заряд рабочего. Так, а вот теперь пора, кстати, заповедник строить. Другом придать. Так, Вьетнам, какой союз будем делать? Научный будет. Научный? Кинул дружбу. А Япония когда в союз хочешь? Уже. А это я как-то пропустил. Прикольное там возрождение, конечно. Американец, предложение. Японец. А у меня ж есть специи. Я не знаю, вам не показывает, что ли? Японец. Японец может экономический. А японец. Союз прими. Грубо. Вьетнам. С Римом. Я же принял, нет? Нет, у меня дружба висит. Японец. Я забагался. Будем на это сюда. Японец, чек не сделал. Ой, блин. С этими союзами. Я хотел сейчас уже войну Шумеру объявлять. У меня нет союза, у меня забагалось, видимо. Ну, кинь мне сделку на одну монету. Так, пока держим. Я что-то не хочешь. Что, у меня есть этот ресурс? Зачем? Что ты мне предлагаешь? Ну, теперь появились союзы. Mm-mm. Не знаю, могу я телекацию отправить. Ну, кайф. Ну, короче, ладно, я объявляю войну Шумеру. Может, тогда как-то... Потому что я хочу объявить войну, чтобы у этого было какой-то плюс 5.
О, кстати, я и забыл, что тут это тогда автоматом и канадцу объявляет войну. А ты, я смотрю, только я Айрат. Если я кину войну, то тебе тоже? Что? Если я Амеру кину войну, то тебе тоже? А зачем ты кинешь Амеру войну? Ты хочешь, чтобы его Шумер забрал? Мы поделим его, какой мы забрал. Мы разнести не можем. Слушай, а что там Вьетнам будет со 150 армией сносить? Что он там сносить будет? Бостон. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Так, ну что, тут есть еще место? Ну, по-моему, нет. Ну, типа, есть. Но стоит ли? Мне кажется, нет. Блин, а где у нас там... Не видать, да, где дамбы? А, вот она. Пошли ее открывать. Нет, подожди, картографию надо дооткрывать, конечно же. Промышленная зона пока плюс один. Акведук долго. Давайте пока торговца... Торговца. Петру можно? А, вон там внизу. Не, ну нет смысла. Есть чай на продажу. Во, выберите осуждать моих юнитов и все. Рим, давай вольем плюс к Мейвере, я тогда буду эффективнее бить. Так, народ, нам надо либо за алмазы голосовать, либо алмазы, за янтарь, алмазы, я так алмазы, понимаю. Алмазы. Янтарь, янтарь, янтарь. Алмазы, давай. Нет, я за да, алмазы, я тоже за, за алмазы, потому что у Канады 5 штук их. 5 штук. У меня, у кого, а, янтаря? Да. Так да что за алмазы? Канада, что я тебе сделал-то? Янтарь ну, нужен, расселился, как Рим, бешеный этот кенгуру. Иотеизм, пожалуйста. Что, я так, больше не раз. Буду ставить города. Какой еще раз религия? Религия иудаизм. Буддизм. Иудаизм. Осуждаем буддизм. Буддизм, буддизм, осуждаем буддизм. Не знаю, пройдет ли. Прикольно. О, янтарь прошел. Шумер за янтарь. Ну ты прикалываешься, шумер. Серьезно? Ну, наверное, если у меня есть янтарь, то мне надо за это голосовать, нет? Так ты смотри, сколько у тебя янтаря и сколько у Канады. Что? Я вам мне, продам мне от этого тоже плюс, понимаешь? Так у него каждый... Блин, у него 5 янтарей, это... Ты понимаешь, какой у него бонус сейчас? Какая Леш, разница, подожди. Не ему, так тебе, типа. Так это мне что, у меня 2 алмаза. У меня 2 алмаза. Леш, подвинь скаута, здорово. Пожалуйста, не хочу а мне его убивать. Ничего бы не было.
Вверху скаут твой, я просто не хочу его убивать. Я не могу подвинуть. Блин, ладно. А, могу. А почему я могу его подвинуть? Я ж не союзник вроде Буэнос-Айреса. Так. Из Микен. Я, наверное, выходить буду. Уже бота добьют. Что, у тебя там уже столицу забрали? Ну, уже у меня шансов нет, я уже в ней вывезу. Там внимание какие. У меня сейчас заберут Филадельфию, у меня заберет Бостон, Вьетнам. У меня останется два города там, ну, без шансов. У меня в Валетту больше всего. Всем спасибо за игру, всем удачи. Спасибо за игру. Пока-пока. До встречи. А что там справа у него от Бостона? Я Бостон не вижу, если что, пока что. В смысле, справа от Бостона? Я не вижу, что справа от Бостона. Ну, Вашингтон у него справа от Бостона. Еще ребята на моем континенте, вы не хотите мне помочь? А, я в войне с... А, я понял, почему я... Потому что я в войне с Буэнос-Айресом. Вот почему я там мог пройти. Так, ну чё, 6 ходов, по идее... А, вот я ещё Великого Человека забираю. Что, наверное, в Золотой Век я тут выхожу таки. Так, везде только водяные стены, водяные эти остались. Где у нас... Лучше ее взять. Ну, в Коринфе можно, чтобы на этот рис стало влиять. Кстати. Вот видите, больше еды стало. Тут можно лес вырубить, наверное. Или не стоит. Уйдет престиж. И ну тут, в принципе, и так сильный престиж. Можно вырубать этот лес и рудник даже поставить, я думаю. Так, в Аргасе у нас 12 производств, в Кносе 17. Так что давайте для Кноса вырубать и в Кносе строить... А, подожди, у нас есть возможность тут строить? Есть. Подождите, что я американец вышел, что ли? Да, он вышел. Ой, бля, прикол. А ты чем союзки? Ну и смысл, я объявлял войну Шумеру тогда, если чувак просто... Бля, ну это... А мы тебе говорили.
давайте, наверное, еще немножко... Еще... Хотя, может, Фаросский маяк построить еще? Думаю, не помешает. Итак, да, надо карточку на... Попросить немного. На ап юнитов потом еще сделать. Всякий случай, да. Виктора посадим куда-нибудь. Это Шумер говорит? В Родос, например. Это Шумер говорит. Я тебе могу все отдать. Ну, вы можете мне скинуть в теории. Нихуя себе. Ну, ладно, сейчас. Не ругайся. Да, мне не жалко для моего друга, союзника Шумера, лучшего вообще в мире человека. Я сколько ты мне дашь? Я все забирай. Спасибо. Я тебе этот потом отплачу. Рим, вложение. Так. Ты Бостон сносишь этот? Да. Вьетнам. А, я тебе помогу, ты можешь его захватить. Бостон, да, я с Бостон соло. Может, мне Амани уже качать лучше? В этих всех городах. Он задолбал просто перекупать у меня ГГшку. Можем на столицу еще по Бурму пойти захватить. Бомбарды сделаем. У него там стены вообще есть. Вот Риму помощи. Риму надо помочь. Жертва агрессии. Да. Так, а почему у меня караван некуда отправить? Я типа караванов вроде... А, ход еще идет, блин. Переходовка, в смысле, еще идет. Так, тут ставим... Во-первых, вот это. Ну, пока так оставлю, ладно. У него там стены есть, но такие бомжатские. Мне бы в стены пойти, может, там Шумер дальше... На меня пойдет. Хотя у меня средневековые есть, если что, купить. Я понял, ты мне войну объявил? Нет. Но мы с тобой войне. Так, денег пока нет, клетки выкупать.
Но мне Окленд важнее, несомненно, чем Валетта, так что я буду Амани прокачивать на Окленд конкретно. Слушайте, а может здесь в Аргасе вот сюда промышленную зону ставить? Значит, я тут не вижу, откуда производство брать. У нас тут есть где священное место поставить рядом с горой, если что. Нет, я, если что, пушки притащу. Типа, тебе не стоит сюда тащить. А, понял. Надо будет поставить на караваны. Кто-то взъелся. Больно. Да? Теперь они в каждом городе по три хода делаются. Прикольно. Подожди, а, что тут... а почему не строится колосс? А, блин. Но при этом ты их теряешь столько же. То есть даже наземный караван... Ой, наземный юнит, спустившись на воду, не дает строить Рина, что-либо. Ты помогаешь? Нет, он ничего не может сделать. Убиваюсь. Когда я там мир могу заключить? Еще два хода. Неплохо я тут, получается, набиваю. Так. Скидка в золоте. Плюс 6 к обороноспособности города. Тут поставим плюс 2, пускай идет. Но еще поставим торговые пути к союзнику. Дают еду и производство. Так, что я зал для приема? А, да, следующим ходом. О! Красота. Ну-ка, смотрим, останется ли у нас престиж. А ты пару балетов можешь? Да, пока остается. Который у него вон со строительным стоит. Я не могу, не могу. Я на город все потратил. Этот, где я, этот, Нью-Йорк у него есть вообще? Последний вроде город. Понял. В смысле, Лос-Анджелес же еще? Ну, и он слева, да. В плане справа от Вашингтона вряд ли что-то есть. Как у него еще Балтимор есть?
Абсолютно нет грабов на воде, китаец. Что? Жаль, что нет на воде грабов. Какая же досада. Так, дамбу надо тут ставить. Блин, 14 ходов долго. Может поменять... Ну, в принципе, я тут уже все вырубил под Магнусом. Надо Магнуса в Родос кидать. Тем более сейчас до 10 Олимпия вырастет, в общем-то, достаточно. Лёш, мы будем мириться? Да, а как без тобой воевать? Ты уже... Я не знал, что американец выйдет. Это, да. А, ты канадец, я думал, ты шумер говорит. Не-не. А что, со мной нет, что ли? Да, да. На. Вообще в Коринфе больше производства. Не, в Родосе можно вырубить хотя бы эти леса на дамбу. Так, ну надо Амани брать в Окленд. Вьетнам, у него, короче, еще один город, получается, справа от Вашингтона. Там вот кампус надо. Для этого нужен еще строитель. Так, давайте быстренько Магнуса в Родос. А Виктора в Кнос. Пока так. Здесь Гурдвару. Центр коммерции, промышленность, Акрополь бы. Ну, кстати, давайте вот или здесь. Я хочу проверить. Блин, уходит все-таки. Видите, рудник престиж снижает. Надо будет убирать рудник. Ладно, Акрополь сюда. Блин, дайте каравеллами походить. Ой, я Византию встретил. Грега, я там тебе кинул предложение. Ну, реформа денежного обращения, вот это мне. Хотя, не, я хочу за веру в центре покупать. Если я захочу рабочих покупать. Ну, то есть мне только рабочие осталось, если... Так, тут ничего не меняем. Здесь можно ап юнитов. По-моему, я все апнул уже. Во все, что можно. Грега, ты тут? Я его уже окнул. Да, это мне не пришло.
Так, этот куда это пойдет? Сложно без этих карточек. Аргасу. Не показывать, что они делают. Так непривычно. Ну, непривычно и сложно, это разные вещи. Ну да, скорее непривычно. Так, здесь ждем прибытия Магнуса, чтобы вырубать леса. О, Горга, привет. Мы хотим торговаться. Так, вот вопрос, это, конечно, разведывательно ли часовню великого магистра? В принципе, за веру тут можно много чего купить. Пожить поспокойно. Бля, еще, смотрите, как прям в центре моей ромашки начинается. Ну это охренеть. Ладно, часовню великого магистра, наверное. Да нет, что за мушкетор, алло. Угу. Мне сейчас тут мушкетор уничтожит. Пока не хочу вырубать. С другой стороны, наверное, надо. Ну и киль. Ну хорошо, давай повоюем на стрельцах и пикинерах. А что такое? Не, у меня сейчас линейки будут. Я готов на них. Блин, ты дашь мне? Ладно. Так у меня тоже сейчас они уже встречаются. Так, амфитеатр. Значит, будем одинаково слить. Не, а ты в упорочку? Ну, я не знаю, мы, в принципе, можем замириться, я пойду Рим снесу тогда. Так. Ну, давай только без Рима. Я не хочу, чтобы ты супер сильно усилил. Задание давай, не давай мириться. Значит, упорочка. Ну, это просто они потом туризм могут давать. Так что, чё нет? Блин, а почему опять превышение караванов? А, сломали мне центр коммерции. Зашибись. Вот военку всё мог направить налево и забрать полконтинент. Вместо того, чтобы предлагать мне упоры. Ну, кстати, хорошо, что он сюда пошел. Так, давайте я тут починю сначала центр коммерции. Будет ещё. Меня и строятся, и покупаются, и вместе. Ну ладно, ну есть. Так, еще два хода ждем. Ну, сейчас уже я вижу, что смысла нету, но я не хочу, чтобы ты супиливался и выносил еще Рим. А что мне делать в этой игре, если я из-за вас двоих сильно встал? А, зато мне производство сломали, блин. Да тебе, ну, просто вот съесть Рим. Я сказал, что сделать, только иди просто снеси соседей. Блин, мне бы карточку поставить на покупку клеток. Давайте лучше карточку поставлю, сейчас подождем. То я так
Немножко бездумно. Ну ладно, валету уже можно пока отдать. Пускай. Я уже, у меня стены оставалось только. Я лучше, наверное, гурдвары покупаю. 140 они там стоят. Меня больше Окленд интересует в союзниках. Слушайте, а где у нас соседство мастерских? По идее, должен был уже открыть, наверное, где-то, нет? Во, бонус соседа для промышленной зоны. Чего у меня это не стоит? Так, в просвещении, значит, бонус соседства промышленной зоны и покупку клеток надо взять. Алексей тут? И плюс два влияния. Что такое? Посмотри сделку уже. Что? По-моему, сделка? Я говорю, да, да, да. Ответка. Что-то ко мне здесь бегают караваны. Ну, хотя я тоже отправляю в Вьетнаму как раз. А у нас с Вьетнамом... Мы никак союз не можем с Вьетнамом заключить, кстати. Ну, вообще, это хреново, что мы с Вьетнамом не можем союз заключить. Типа... Ну, я не знаю, с чем это связано. Может, за то, что у тебя союз с Америкой? Нет. Попробуй вот это принять. У меня просто вот эта карточка не работает, получается, вообще. Да вы прикалываетесь. Блин, я в этом городе ни одно чудо не смог построить. Просто... Хорошо, Китай, видимо, не умею, согласен вообще. На мир. Союз. Ну да. У тебя есть культурный союз? У нас научный союз и так показывается. Давай научный. Или экономический. Кто-нибудь вообще в курсе, почему могут не видеть быть сами? Мне кажется, это баг. Вот, зайди в мою цивилизацию, и четвертая нажми там C, вот там написано научный союз. Истекает через 7 ходов. А, то есть у нас уже есть союз? Да, он все это время был даже. Так, значит, баг, что не показывает, что у нас союз. Да, да, да. Так, карточку я не поставил. Покупка клеток. Где это? Ну, у него слишком много было пехоты, блядь. Почему ты разобрался? Извинись. Не, нормально. Так, и соседство промышленной зоны. Да, содержание юнитов можно еще поставить. Или вот создание ветеранства давайте. Thank you.
Так, я пока только Максима не встретил. А с другой стороны континента, скорее всего. $328 культуры Канады никого не смущает? Ну, нет. Если меня не напали. Я, может быть, терпимо еще. И фигу по у тебя что произошло? Анархия называется. Решил одно и то же правительство. Культуры в этой игре не победить, к сожалению. Но культуры не победить, но по дереву этих социальных политик ты уже вон в новом времени. Это крутой бонус. Это да. У тебя ж явно культура не от театральных площадей. Ну, от верований только 35. Вон у тебя эти стоят, коробки хоккейные. Ну, уже да. А я когда ворую у человека деньги, они у него убавляются? Ну, немножко, да. Но не в том количестве, которое ты воруешь. Понял. Там, по-моему, вход убавляют. Так, мне вообще можно религию укрепить. Но сначала я бы гурдвары купил. Блин, может, все-таки на разведку? Не, надо, наверное, все-таки великого магистра часовню устроить. Мне кажется, мы будем захватывать все-таки Вьетнам. Какое-то такое ощущение смутное. Странно было. 10 из 9, теперь 9 из 9. Где-то у меня еще сломано, что ли? Вроде нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А, ну 9 из 9, да. А что ж у меня лишнее? Не, подождите, я ж получал одного с великого человека, так что у меня 10 реально должно быть. Что-то непонятно. Константинополь реально на Босфоре стоит. Я старался.
поставите? Проплыв. Не в первый ход поставим. Мне реально надо амани прокачивать. Он задолбает меня соколом, да, но это слишком круто на этой карте. Слишком крутой бонус. Ну и у меня почти все на море стоят. А почему у меня одно благовоние написано, хотя с кем-то торгую, наверное, уже. Подожди, а он мне, по-моему, мне кто-то уже соль давал. Так, вот благовоние, ну, наверное, благовоние... А вообще в Кносе я могу... А, на Кипсе я уже сделал, так что в Кносе я уже не могу ставить производство. Только в Микенах. На благовоние. На благовоние, по-моему, как раз на веру добавляет, да. А чё у вас так все плохо-то? У кого? Да у всех. Ну, по сравнению с тобой, культура, я не знаю, откуда у тебя столько культуры, вот просто, ну, с этих коробок, конечно, хоккейных. Во всем остальном-то одинаково. Ну, тебе завезло с тундрой. Трудовая дисциплина, тундра и коробки эти хоккейные. Не, типа не с собой сравниваю, а в целом, типа, как обычно, там, ну, в обычных играх на этот ход у людей. Ну, я воевал ходов 50. О, я первой страной стал, кто встретил всех. Ну, как там все поживают? Ну, примерно как у нас. У Эфиопа анархия была, поэтому у него по нулям все было. Кто не понял, почему. Так, ну тут вот эта клетка только осталась. А, еще крабики. Так, теперь надо еще первым стать, кто кругосветку сделает, и вообще будет зашибись. А зачем нам дружба, Максим? Тут покупаю, потому что как раз жилья не хватает. Правда, в Коринфе тоже. А, ну это тоже могу купить. Так, ну теперь можно на апостола поукрепить. Сколько стоит? 170. Вот, можно следующим ходом укреплять религию. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас в плейлисте. Ссылка на него в описании и в прикрепленном комментарии. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.